Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Сегодня хочу с вами поделиться уникальной практикой «Настрой на чудеса». Каждый человек ждет свое чудо в жизни. Чтобы хоть немножко везло, чтобы случился неожиданный поворот событий, который изменит вашу жизнь в лучшую сторону. Чудеса довольно случаются редко, но на то они и чудеса, что приходят в нашу жизнь очень неожиданно. И надо верить, что чудеса бывают, что непременно в нашей жизни появляются и случаются. Обязательно верьте в чудеса и благодарите Вселенную за то волшебство в вашей жизни, которое приносит чудо. Важно настроиться на волну позитива, сказочного счастья и чудесной жизни. И так как до конца года начинается самый удивительный период, когда вы можете привлечь чудо в свою жизнь. Вам всего лишь навсего нужно в этот период, каждый день, если не получается, ничего страшного, но хотя бы один раз дайте посыл во Вселенную, чтобы произошли с вами чудеса. Данную практику можно проводить в любое время, утром, днем, вечером, когда вы свободны, когда вы можете. Настроившись, подумайте о своих чудесах, каким бы вы хотели в вашей жизни. И когда у вас идет настрой, в этот период скажите такие слова. «Я чудо и сокровище этого мира. Сейчас я принимаю чудеса и волшебство моей удачи. Меня ведет Бог, Вселенная, мои хранители и наставники. Каждый мой шаг выстелен ими». Я принимаю помощь высших проводников с любовью и благодарностью. Вот эти слова вам надо повторить ровно 7 раз. И на этом все. И вот такой посыл во Вселенную обязательно принесет чудеса в вашу жизнь.